Приготовить живого камчатского краба. Крабов, как и лобстеров и раков, варят живыми, но можно положить его в морозильник на час перед готовкой. Он впадет в анабиоз. Возьмите большую кастрюлю. На 500 грамм краба требуется 2,5 литра воды. Посолите эту воду из расчета 1 столовая ложка на литр воды и поставьте на огонь. Как только вода закипит, положите туда краба брюшком вверх и творите 10-15 минут на слабом огне. Цвет готового краба ярко-красный. Подавайте краба с лимоном, зеленью и соевым соусом.